Он что-то задумал. Не знаем, что именно, но явно какую-то гадость. Привет, Гарри, Рон. Гарри, профессор Слизнорд снова устраивает вечеринку для избранных. Клуб слизней. Может, Слизнорд объявит вас с Маклагином королем и королевой слизней? Пока, Гарри. Гермиона, ты не видела? Драко ничем подозрительным не занимался? Гарри, ты все еще гоняешься за Малфоем? Отец Рона видел, как Малфой разглядывал исчезательный шкаф в Горбине и Берке. Он не мог протащить сюда исчезательный шкаф. Мракоборцы проверяют всех, кто заходит в замок. И почту тоже. Тогда скажи мне, куда он исчезает с карты мародеров? Смотри, торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Шалость удалась. Он там, на 7-м этаже, в коридоре. Значит, он не исчез с карты. Но иногда он с нее исчезает. Вообще. Я хочу выяснить, что он задумал. Поднимусь на 7-й этаж. Да неужели? Вот это новость. Горячая новость быстро остывает. Можешь срезать дорогу через мой портрет. Пароль? О, Гарри, галдят газеты. Думаешь, ты сможешь что-то узнать? Да, я и докажу, что он замышляет какую-то гадость. Вингардиум Левиоса. Привет, Ник. Вы не видели Драко Малфоя? Нет. А Гарри галдят газеты. И напишут еще не раз. Помяни мое слово. Пришли. Эй, Рон, ты не видел Малфоя? Когда? Сейчас. Он всегда ошивается в этом коридоре, и я кое-что нашел. Похоже на рецепт зелья. Это домашнее задание. С каких это пор Малфой корпит над домашними? Может быть, это вообще не его? Спрошу Гермиону, что это за зелье. Тогда станет ясно, что задумал Малфой. Тебе повезло. Она сейчас варит зелье, только она все еще не в духе. Значит, ты не пойдешь со мной? Лучше уж встретиться с разъяренным троллем. Увидимся. Привет, Ник. Вы не видели Гермиону? Да. Мисс Грейнджер занимается в классе зельеварения. Вингардиум Левиоса. Навестись.
знание – сила. Сила! Самая сильная сила! Вот мы и пришли, Гарри. Привет, Гермиона. Ты знаешь, что это за зелье? Странно, что ты его не узнал. Ты же лучший по зельеварению. А тут все ясно сразу. И что же это такое? А меня-то что пытать? Спроси у принца полукровки. Ладно, спрошу. Просто сварю зелье и все выясню. Нарезанная шкура бумсланга. Сушим шкуру, пока не высохнет, и режем. Тушеные златоглазки. Практикуйтесь, Гарри. Замечательное оборотное зелье. Надеюсь, вы не собираетесь его пробовать. Это снадобье ограниченного применения. Сэр, вы уверены, что это оборотное зелье? Конечно. Этот серый оттенок под конец. Все признаки. Но вы должны были их распознать. Вы же сами его сварили. Я просто экспериментировал. Спасибо, сэр. Оборотное зелье. Его используют, чтобы изменить внешность. Интересно, зачем оно понадобилось Малфою? Лорд, Волан-де-Морт вряд ли бы принял к себе Малфоя. У тебя есть доказательства? Нет, еще нет. Но я их обязательно найду. Дамблдор вызывает тебя к себе. На очередной урок. Гарри, когда пойдешь к Дамблдору, не говори ничего о Малфое. Он что-то задумал. Рыскает по замку и даже Крэба с Гойлом с собой не берет. Да, на него это не похоже, но у тебя нет никаких доказательств. Тогда чего он все время пасется на седьмом этаже и... На седьмом этаже, точно! Он использует выручай комнату, и поэтому он исчезает с карты мародеров. Если он ходит в выручай комнату, ты никогда не узнаешь, что он там делает. Собственно, поэтому мы ее и использовали для собрания ОД. Лучше сосредоточься на уроках с Дамблдором. Ник? Ник! О, Гарри! Собрался навестить Дамблдора. Думаю, он у себя в кабинете. Хотя в последнее время он часто бывает в этом месте. Thank you.
пришли. Привет, Гарри. Пришел встретиться с Дамблдором? Я тоже. Что случилось? С тобой все в порядке? Да, пустяки. Слизеринец украл мой плюй-камень. Это взрыв-камень, подарок от мамы на Рождество. Кто это был? Он. Жди здесь. Я верну твой плюй-камень. Эй, это ты забрал взрыв-камень у той девочки? А тебе-то какое дело? Верни его. Иначе что, сглазишь меня? Вряд ли профессору Снегу понравится, что ты напал на слизеринца. Будешь потом наказание отрабатывать 100 лет. Остолбеней! Остолбеней! Экспляпнусь! Же. А теперь отдавай взрыв камень. Чтоб тебя заплевало! И в следующий раз дважды подумай, прежде чем грабить учеников. Вот, держи. Спасибо, Гарри. Ты самый лучший. Кислотные леденцы. Добрый вечер, Гарри. Профессор, я насчет Малфоя и Снегга. Профессора Снегга? Я уже говорил тебе, Гарри, я верю Северусу. Мой ответ неизменен. Теперь перейдем к нашему делу. Я нашел очень мало воспоминаний о Томе Редли в Хогвартсе. Однако я нашел вот это. Батюшки, как поздно. Юноши, вам пора. Лестрейндж, Эвери, я жду вашей работы. Живее, Том. Нет, Том, я ничего не знаю о крест-стражах. А если бы и знал, вам не сказал бы. А теперь уходите. Я не понял, что произошло? Профессор Слизнард немного подправил воспоминания. Гарри, ты должен уговорить профессора показать его подлинные воспоминания. Сделай все возможное. Это очень важно. Но тебе пора на тренировку по квиддичу. Бракоборцы открыли проходы. Ты успеешь добежать до стадиона. Удачи, Гарри. Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Шалость удалась. Привет, Гарри. Тебя искала профессор МакГонагал. Ты знаешь, что ей надо? Нет, но она ждет тебя в зале трансфигурации. Думаю, дело серьезное. Пойдем к профессору МакГонагал. У нее какое-то важное дело. Пойдем к профессору МакГонагал. У нее какое-то важное дело.
важное дело. Мы с Гермионой ищем профессора МакГонагал. Профессор МакГонагал была в зале трансфигурации. Ступай туда. Об этом принце полукровки. Ни одного упоминания, кто он такой и откуда. Ясно, может быть, он не такой уж и плохой. Пойдем к профессору МакГонагал. Пойдем к профессору МакГонагал. У нее какое-то важное дело. Гриффиндор. Вот вы где. Я хотела с вами побеседовать после тех злосчастных событий в норе. Почему, когда что-то случается, вы всегда где-то рядом, а? Знаете, профессор, я всю жизнь бьюсь над этим вопросом. Я слышала, Гарри, вы вступили в дуэльный клуб. Вам тоже надо вступить туда, вам и Уизли. Подготовка никогда не бывает лишней. Вы способны на большее, чем многие гриффиндорцы. А, вот и тот, кого мы ждали. Привет, Гарри. Это Аланис, капитан дуэльного клуба Когтеврана. Мисс Грейнджер, идите со мной. Запишем вас в дуэльный клуб Гриффиндора. Мы отрабатываем левий корпус. Давно хотела научиться этому заклинанию. Покажешь его нам? Хорошо. Левий корпус! Спасибо, Гарри. Но смотри, кто-нибудь из когтевранцев наверняка попытается применить это заклинание против тебя же. Давай проведем настоящую дуэль. Чемпион Когтеврана среди юниоров против Гарри Поттера! Остолбеней! Ротего!
Спасибо, Гарри. Ты почетный член клуба, поэтому можешь пользоваться тайным ходом через портрет. Пароль «Свет против тьмы». Попробуй поучаствовать в наших соревнованиях. Список висит на доске объявлений. Да, Гарри, мастерство приходит с практикой. Кстати, ведь вы уделите внимание тренировкам по квиддичу. Я очень надеюсь, что в этом году Гриффиндор возьмет кубок. Поторопитесь, Поттер, победу на опозданиях не построишь.